О, Джельсамина, ты превратился в сущ маленького зеленого человечка, живущего в одном из рогов на моей голове, питающегося моей психической энергией и мыслями о тебе. А другой ты живешь в соседнем роге и тоже обратился сущью зеленого цвета. А я все думала, как это у быков и оленей и всяких прочих вырастают рога на голове. А вот теперь на очереди я. Вместо ангельских крыльев вырастила рога. Ну что же, время собирать и время разбрасывать. Бывает время для рогов, а бывает для крыльев, дельфинов и бабочек. Хорошие, крепкие рога вырастила с вашей помощью за последние годы. Но пришла весна 2020. Время, как известно, обновление, обнуление. Вот и я тоже стукнулась озимь и обратилась прекрасным пятнистым оленем. Я сбросила тяжелую ношу, свои огромные ветвистые рога. И вместе с жильцами. О, Джельсамина! О, Джельсамина!